Он говорит, заключить договор с совхозом Ленина поручили Здорову, начальнику управления имущества. Я звоню начальнику управления имущества, не могу до него дозвониться, дозвонился до какой-то женщины, которая говорит мне, вы знаете, ну его сейчас нет, я ему все передам. Он говорит, ну передали, хорошо, где какой-то документ? Они говорят, ну мы вам послали. Я говорю, подождите, ну вы послали. То, что где вы являетесь арендодателями, а арендатором является какое-то частное лицо. Без заполнения, без всяких документов. Значит, мы вам говорим, слушайте, вы тогда сделайте этот договор по-другому. Напишите, что они должны туда включить. Сидим 2 недели, ждем. 2 недели нет ответа никакого. Звоню опять, говорю, слушайте, ну в конце концов, ну, вы что-то делать будете? Да, мы этот, как, вот последний разговор состоялся в понедельник. А мы 23-го... Ну, в общем, там такая длинная переписка, вон целая пачка. И поэтому потом прибежит вот эта женщина и скажет, ну, мне работать-то где-то надо. Я говорю, ну, иди к Здорову, чего вы там, идите к главе. Вот это вот есть зам главы по социальным вопросам, Квасникова, которая должна всех сводить и решать эти вопросы. Вот. Не так уж много дворцов культуры на территории Ленинского городского округа. По-моему, штуки 3 только всего. Вот. И эта ситуация, что у вас со всеми так поступают? Нет, я думаю, тут другая история. Тут история доведения до проблемы, а потом вот выбрасывание такой информации. Мы сейчас возьмем и позвоним начальнику управления культуры Ленинского района, городского округа. Давайте? Давайте. Вот сейчас. Ольга Павловна, дорогая, здрасте. Да, Павел Николаевич, здрасте. Это опять я. Да, я понимаю. Павел Николаевич, вы меня извините, ради бога, у меня просто человек сидит. Два вопроса. Совещание когда мы соберем? Не знаю. Не, все доложила руководству. Ну, а на письма-то когда мы ответы получим? Ну, я человек подневольный. Ну, я понимаю, но письма нам не отвечает да, никто на письма. Письма по договорам вы же просите не со мной их заключить. Если бы со мной просили, я бы вам отписалась. А вы просите. Ну, подожди, я не разбираюсь, кто из вас. Вы же работник администрации. Управление имущества Здоров Николай Олегович. И договор он должен готовить, он вам, по-моему. Ну, он ничего не готовит. Какой-то присылал. Нет, он присылал тот договор, который, где он арендатор. Я неправомочна эти вопросы вести. Ну, давайте... Сказали, все будет сделано, и вы туда не слышите. Нет, ну вы главе подойдите и скажите, слушайте, ну что вы делаете-то? Вы останетесь без... Ну хорошо, это и женщина. У меня Квасникова глава. Ну Квасниковой скажите, ну что это такое-то? Ну сколько же можно? А я не знаю уже. Вот говорила только, по-моему, вот вчера. Вчера же был понедельник. Вчера был. Я ей докладывала. Нет, понедельник был позавчера. Значит, позавчера вы ей докладывали. Вчера, да. Я же и телефон имею, у меня секретарь сидит. Я готов по телефону поговорить, как угодно. Сказала. Ну и что? Слушайте, ну еще раз, это же опасная вещь. Ну мы тоже же не можем потом в режиме пожарной, там, ошпаренной кошки бегать и в последний день подписывать. Ну еще раз скажу, сейчас извините, пока не могу поговорить. Все, ладно, спасибо.